Добрый день, друзья! Давно я уже не делала видео про свои вышитые иконы. Сегодня расскажу я вам про икону Пресвятой Богородицы Спарительница Хлебов. Спарительница Хлебов – это чудотворная икона Божией Матери, почитаемая в Русской Церкви. Икона была написана в 1890 году по благословению Амвросия Оптинского. На ней Пресвятая Богородица изображена сидящей на облаках. Она простирает свои руки над полем со снопами и цветами. Благословляет урожай. Праздник иконы Спарительницы Хлебов 15 октября. Перед этой иконой молятся об умножении плодов земных и небесных, избавление от засухи, гибель урожая, хлебов, о предотвращении голода, о неспослании всего необходимого для земной жизни. В молитвах Пресвятую Богородицу просит о том, чтобы в доме всегда был хлеб и достаток. Эта вышитая икона бисером Спарительница Хлебов находится в моей коллекции вышитых икон. Я про нее уже делала много видео и рассказывала частично про отдельные иконы. Для вот конкретно этой иконы основу для вышивания я приобретала через интернет. Бисер входил в набор вышивки, и на вышивку у меня каждая икона уходит где-то около 2 недель. Всего образов Пресвятой Богородицы у меня вышито более 40, и они у меня висят вот так на одной стене. Всего доброго вам, друзья! До свидания и до новых встреч!